На кону путевка в финал. В понедельник «Спартак» Мариэл проведет один из самых важных матчей сезона, по итогам которого будет определен финалист любительского Кубка Приволжья. Напомню, что в первом полуфинальном матче ешкаролинские футболисты на выезде обыграли соперника «Молодежку» Академии «Лады» из Тольятти со счетом 2-1. Осталось дело за малым – закрепить успехи дома. Кстати, на днях футболисты этих же команд встречались в рамках приволжского любительского первенства. На дружбе «Спартак» Мариэл без проблем разобрался с противником со счетом 3-0. Легкой ее, конечно, назвать нельзя. Команда нам противостояла довольно-таки квалифицированная, играют неплохой футбол. Но мы после домашней ничьи в прошлом туре немножко настроились на борьбу. Я считаю, что заслуженно победили, создали достаточно моментов. Не проиграли в борьбе, при том, при всем, что у нас играло очень много в этом матче ребят молодых. Ребята справились, молодцы. Но, в общем-то, очень тяжело играть с одним соперником три игры подряд, так скажем, потому что друг друга изучили мы уже. И они знают, как мы играем, мы знаем, как они играем. Я думаю, что будет борьба очень сложная, но у нас есть преимущество, то, что мы первый матч выиграли 2-1. Добавлю, что в первенстве «Спартак» Мариэл находится на втором месте, отставая от лидера команды из Дзержинска на 5 очков. При этом имеет 2 игры в запасе, так что вся борьба еще впереди. Собственно, как и в Кубке, финальные игры которого состоятся в октябре. Ну а в понедельник второй полуфинальный матч, начало встречи на дружбе 19 сентября в 18:00.